посмотри, этот мир ты посмотри, и поймешь, лучше мира не найдешь. Это я, это он, это ты, это сад, это дом из мечты. Приходи в этот дом, станем мы с тобой мечтать, как бы облако на радугу поймать. Раз, два, три, и снаружи, и внутри. Этот мир удивителен и мил. Новый самокат. Ха! Гулять, гулять, гулять! Хоп! Ого, какой самокат! Красивый! С гудочком. Аккуратней! Он еще совсем новый. Мне его на день рождения подарили. Зло, дай покататься. На самокате так здорово прыгать через камешки. Через камешки? И гонять по лужам. По лужам? Да вы что? Самокат же может испачкаться. Или еще хуже, поцарапаться. Нет, 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 ни за что. Может, тогда поиграем в жмурки? В жмурки! Играем! Ножки, хвостик, два копытца, молока кому напиться? Молоко не будешь пить, значит, будешь ты водить. Заводит! Ну, где вы? Я здесь. Ага, а я здесь. Ладно. Я тут. Ну, сейчас. Я здесь. Поймаю. Зо, ты только послушай. И мглой волнистою покрыты небеса. Ой, вижу, ты еще не созрела для поэзии. Не буду я больше играть в ваши жмурки. Ну ладно, не хочешь в жмурки? Давай в догонялки. Догонялки? Да ну, Бо, попробуй догони. Не поймаешь. Не догонишь. Все, теперь ты, Вода. Так нечестно. Зо, может, не надо было на самокате в догонялки играть? А давайте тогда в мяч. Мяч? Это другое дело. А ну, кыш, кыш! Зо, не отвлекайся! Ну, Зо! Не скучай! Зо, я в игре! Вы что, не видите, куда бьете? Зо, с тобой невозможно играть! Это все из-за самоката! Самокат здесь ни при чем! Просто мне эти игры не подходят. А нам подходят, да, девочки? Ребят, ну чего вы? Давайте в прятки или в городки. Ну, зато у тебя есть самокат. Новый, с гудочком. Ребята, смотрите, что у меня. Конечно. Ого, как летают! Умопомрачительно! Неужели самолетик лучше самоката? Ну и ладно, подумаешь. Сломался? Ага.
мной. Вот, держи свой самолетик с пропеллером. Спасибо, Зор. Жалко, что самолетиком пока не поиграть. Пульт сломался. Тогда, если хотите, можно покататься на моем самокате. Он новый и с гудочком. Без гудочка. Ой, как жалко. Ничего страшного, самокат можно и починить. Правильно. Куда важнее наша дружба и когда мы играем все вместе. Уныние моего ничто не мучит, не тревожит. В самый чувствительный момент. Что это? Мяу. И ты тоже нажми. Праздник изюма. Как я эти наши деревенские ярмарки люблю. Все что-то готовят, угощают друг друга. Да. Мы дома испечем пирог с грибами. А вы что приготовите? Ой! Пап, а что мы для ярмарки приготовим? Так, а здесь что? Наш фирменный кекс с изюмом. Его еще моя бабушка готовила. Да-да-да, давайте уже готовить. Мука, молоко, яйца. Ой. А изюм-то закончился. Это что же? Никакого кекса? Нет, мы так просто не сдадимся. Будет кекс. А изюм попросим у соседей. О! Лиска, привет! Привет! Не одолжишь нам немного изюма для кекса? Пожалуйста! Изюм? Ага! Он на нижней полке, Лиска! Орехи, корица! Деталь от миксера! Ну-ка! Ой! Лиска, давай мы тебе поможем! Ой! Ура! Готово! Теперь мы с мамой такое на ярмарку приготовим! Спасибо вам! Обращайся! Пока! Ой, Зо, а про изюм-то мы забыли. Да. Ай, ладно. У Серого попросим, чтобы обратно не возвращаться. Здравствуйте. Привет, ребята. Серж, за тестом, пожалуйста, последи. Ага. Серый, мы к тебе за изюмом. Одолжите. Одолжим. Ой, Серый, смотри! Ой-ой-ой! Вперед! Поставим, точнее, засунем это тесто на место! Теперь можно будет и пирожки лепить с мамой. Спасибо. Пустяки. Зо, а про изюм-то мы опять забыли. Вон Колин дом, там попросим. Опа.
Николай, не будете ли вы так любезны одолжить нам немного изюма? Привет! Конечно, Хрю! О, печеньки для ярмарки готовите? Ага. Вот только у меня криво получается. Мы тебе поможем. Да, тут надо приноровиться. Эх, я бы без вас... Не надо лишних слов. Мы не могли поступить иначе. До встречи на ярмарке, Коля! Да, с тестом весело получилось. А миксер мы как собрали. И глазурь вкусная была. Ну что, нашелся изюм? Изюм! Всем друзьям помогли. А сами что, без кекса? Без нашего фирменного. Ой, да подумаешь, изюм. Давайте испечем кекс с сушеной клюквой. Будет у нас новый фирменный рецепт. Я это сразу предложить хотел. Но вы так быстро убежали. Ух ты! Новый рецепт! А? Вы изюм забыли. Кто просил изюм? Изюм брать будете, нет? Вот это да! Ура! Спасибо! Настоящие друзья никогда без изюма не оставят. Думаю, этого нам хватит не только на кекс. Так. О, а это что? Это пирог с изюмом. А это? Это компот с изюмом. А вот это? Хрю. Это варенье. Из изюма. Да у нас просто праздник изюма. Да, и праздник дружбы. Красный карандаш. Какой-то у нас тут непорядок. Идеальный. Ну, почти. Карандаш в коробку положу, и все. Ой, карандашик, а можешь дать мне его на минуточку? Очень нужно. Но тогда порядок не будет идеальным. Я быстренько нарисую и сразу верну. Ладно, Бо, бери. Эту справа. Так. Эту слева. А эту куда? Так. Мум, то есть мам, вот. А в эту рамку мы вставим рисунок Бо. Здорово получилось. Пригодился мой карандаш. Бо, кстати, давай его сюда. Положу в коробку для идеального порядка. Ой, а я его Макару одолжил. Ему было очень нужно. Макар обещал карандаш сразу вернуть, когда братик уснет. Как думаешь, может, он уже уснул? Надо проверить. Мам, мы к Макару сбегаем. Конечно, только не опаздывайте. У папы дебют овощное рагу. Макар! Ой, привет! Привет, Зо! Спасибо тебе за карандаш! Да не за что! Я могу его забрать? А что, Коля не принес? Коля? Ну вот! Thank you.
сказал, что карандаш тебе сразу вернет, как только фокус отрепетирует. Понятно. Навестим Колю. Ага, пойдем быстрее. Ой-ой, привет, Коля! Привет, а я к вам бежал. Он сейчас карандаш из цилиндра достанет. Фокус-покус. Спасибо, Коля. А карандаш-то где? Коль, а он у деда Харитона. Временно. Да что ж такое? Надо было список циркового реквизита закончить. И он карандаш попросил. На минутку. Я думаю, минутка уже прошла. Ой, фокус, фокус. А вот и я. Очень таинственно. Деда, а карандаш-то где? Карандаш? Он тоже исчез. Так. Таинственно? Что? Опять? Так я его папе быку передал. Он как раз мимо проходил. Папа, это же... Свёкла-цилиндр. Вас дедулей прислали из дальней поездки. А мой красный карандаш? Он на столе, у тебя в комнате. Это он? Мой карандаш? Прости, Зо, я не знал, что он всем понадобится. Ладно, зато скольким друзьям он помог. И еще поможет. Зо, можно... Мой чудесный карандаш? Нет, тебя и Бо. Рагу готово, идемте обедать. Пора за стол. Ура! Овощное рагу! И идеальный порядок. Дом для динозавра. Не проходите мимо. Красота! Так, что у нас тут? Маленькие сувениры на память о приятной прогулке. Ого! Ну надо же! А почему бы и нет? Отличная идея! Это лягушка, что ли? Динозавр! Помочь, сынок? Угу! Ух ты! Ого! Отлично погуляли. Да, денек сегодня красота. Зо, ты не могла бы чуточку подвинуться? Мум, то есть, мам, я покажу друзьям динозавра. Конечно, дорогой. А у меня динозавр. Ого. О, какой. Бо, а можно твой динозавр чуть-чуточку подвинется? Извини. Я сейчас. Феденька, это ты? Ой. Не волнуйтесь, это же просто динозавр. Он не кусается.
Ага, ну хорошо. Федя, идем. Пора перекусить. Угу. Мусь, а ты куда? Я домой, дуэт с папой разучивать. А то куличики все ломаются и ломаются. Бо, как ты думаешь, может, динозавр уже наелся? Да, похоже, за столом ему уже не сидится. Да, наверное. Пап, мы во двор. Да-да. Моего динозавра совсем никто не любит. Брось, Бо. Все любят динозавров. Кроме мамы, папы и Зо. Да, с такими большими друзьями жить непросто. Они занимают чужое место. Чужое место? В общем, да, личное пространство. Это как маленький домик, в котором хозяин только ты. И этот домик должен быть у каждого. У каждого? Даже у моего динозавра? Ага. Угу. Ура! Бо, зачем тебе это? Для личного пространства. Вот, если динозавр проголодается. Спасибо, Зо. А это если динозавру захочется отдохнуть. Что за дом без крыши? Спасибо. Ой. Хороший мы домик динозаврику построили. Ага, он теперь никому не помешает. А мы будем к нему в гости ходить. Завтра обязательно заглянем. Или на выходных. Может, он от нас устал. Отдыхай, динозавр. Что это? Мяу! И ты тоже нажми. А как же торт? Запрашиваю посадку. Разрешаю. Ура! Делянки мои! О, выросли-то как! Здравствуйте! Бо, Зо, вам уже пора на праздник к Серому. А Бас с дедулей пока отдохнут с дороги. Вернемся и все-все расскажем. И кусочек торта принесем. Пока! Увидимся! Зо, торт будет большой? Конечно, большой! Как стол! Как дом! Как гора! Бежим! А то съедят без нас! Ух ты! Спасибо! Днем рождения! О, самолет! Спасибо! Какой у тебя колпак интересный! Правда, маленький какой-то.
Я в нем уже 9-й день рождения праздную. Гости дорогие, прошу, заходите в дом. Ух ты! Фуршет, Миша. Это когда едят стоя. Это у нас традиция такая, семейная. Хорошо поели, но еще место для торта осталось. А теперь моя любимая игра. Надо вытянуть бумажку и изобразить, что на ней написано. И остальные угадывают. Знаю эту игру. О, давай, Миша. Это что, у моряка зубы, что ли, болят? Тру, цирковой оркестр? Нет же, морской волк! Ага. О, вау! О, сумка! Злая сумка! Сумчатый волк! Точно! Ух ты! Да! Холодно! А нет, хвост замерз. Ловись, рыбка. Полярный волк. Да! Все отгадал. Как ты здорово в волках разбираешься. Да еще бы. Дети, время десерта. Торт со свечками. Торт, 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 торт. А как же торт? По традиции, в этот раз мы вместо торта едим пудинг. А внутри сюрприз. Ура! Это же перец. Какой-то невкусный сюрприз. Может, Серому наш подарок не понравился? И что же нам делать? Улучшить подарок. Торта не было. И Серый туда перец положил. Ай-яй-яй. Так это праздничная традиция. Традиция? Мы с Ба где-то такое встречали. Да, было очень мило. А помнишь, как нас угощали бананами с горчицей? Огненное было угощение. От новых друзей узнаешь много разных традиций. Ой, и у вас перчинки. Так мы сейчас все традиции пропустим. Положи перчинки в бубенцы. На удачу. Сделаем самолет. Удачи. О! Ой, а что это с самолетом? Та-дам! Новая модель самолета удачи. Там твои перчинки, ну, из пудинга. А-а-а, здорово придумали. А я-то думал, куда вы убежали? Серый, а еще что-нибудь необычное будет? Да, у нас еще ого-го, сколько всего заготовлено. Ух ты, интересно. Энциклопедия «Волки мира». Традиции со всего света. Ну все, к следующему дню рождения мы точно будем готовы.